Всем привет, друзья, всем привет, с вами я, Давид, прошу же 7, и это Sonic Omens, фанатская игра по Сонику. Так как мое железо теперь получше, чем было до, я решил, почему бы не заснять прохождение этой игры. Первый эпизод, погнали. Кстати, я один уровень всего лишь успел пройти тут, и это было офигенно. Для теста я прошел, как в Generations. Это было прям вообще вах. Слушай, супер это было. Браслет какой-то, ожерелье, книжки. Что-то там, телефон. У Соника телефон, фига себе. Кто-то им пишет. Хот-дог. Не забыть про оптимизацию. Да-да-да-да-да, конечно. Они забыли, если что. Разработчики. Если что, да, это фанатская игра. Но сделано... Не, я бы не сказал, что на уровне официальной, но... Я... В том смысле, что хороший уровень. Кроссовки Соника. Там Алиэкспресс. На Алиэкспрессе можно заказать кроссовки Соника. Это не реклама. Чао в космосе. А вот и сам Соник. Ох, наконец-то картинка четкая. Тут движется все мыльно. У него руки сквозь иголки проходят. Соник! Соник! Вот ты где, Соник! Ты же слышал новости? Послушай! Профессор Роботник, также известный как Эггман, захватил Изумруд Хаоса. Опат. Никто не знает, зачем он в этот раз Изумруд был похищен из храма Гая в Холодных Руинах. Это, безусловно, придется ему... О, наконец-то! Я думал, что он хотя бы месяц провести без своих... Погнали, Тейлз. Думаю, самое время нанести. Короче, встретимся. Сенсоры странно. Я думал, что это очередное расследование ГАМ, поэтому не обратил внимания. А затем... Я уверен, Эггман что-то замешал. Надо сходить проверить старую башню Эггмана. Пошли, Соник. Хорошо. Опа. Ах, сальтуха. Знаешь, что скажу? Моделька Соника прям... Ох, ты посмотри. Так как это первая вступительная серия, можем поисследовать это все. Прежде чем начать игру, мы с вами... Да-да-да, это я знаю. Управление я знаю. Какие-то постеры. Смотри, мы играем в игру про Соника. Не-не, радио не интересно. Что-то там про циклон вроде, да? Алиэкспресс. Что-то написано. Чуин Экспресс. Там можно кроссовки Соника купить. Ничего себе. И Мобифи. Как Netflix, Spotify в одном, потому что логотип сделан. Кстати, все пока что выглядит красиво. Вот так скажу. По факту мы должны выпрыгнуть... Так, подожди, стол. Посмотри, какая теперь. Обожаю, когда в играх такие мелкие детали происходят. Как, не знаю. Какой пример, не знаю, привести. Инфра, которую мы проходили на канале, и Security Breach. Вот эти игры мне нравятся тем, что там прям детализация вообще кайфовая. По факту мы должны через окно, знаешь. Эй, Тейлз! Эй, Тейлз, ты еще не закончил с гипертонадо? Я бы хотел еще немного взглянуть. Оно еще не готово, можешь пока размяться. Частый сон и поедание чилидоков прибавят тебе пару килограмм. Разминка никогда не будет излишней. Я проверю датчики... Короче, попробуй не опоздать. Знаешь, что я скажу? Выглядит все прям... Вах, красиво. Солнце все это вообще... Только чутка лагает. Ну, погнали! Управление я уже знаю! Ё-моё! Вот когда я проходил вот этот уровень, я прошел полностью, чтобы посмотреть, как вообще работает игра. Я прям офигел! Я прям вот... Погнали, буста у нас нет. Can't stop now! Что у нас там? Бля, красное кольцо.
Нифига себе. Вроде это все. Так, стоп. Так, нет, лифт, нет. Я вообще не знал, что там есть красное кольцо, кстати. Ну, вроде в каждом уровне по 5 красных колец. И тут ямка, мы прикольно в ямку были. Кстати, у него еще ботинки почему-то светлые. Почему? Почему они мигают светом? Так. Бау! Что это было? Кольца? О. Кстати, если что, обучение здесь есть обучение, типа проходишь, заходишь на какой-то этап игры, и тебе выскакивает подсказка. Я это все отключил, потому что зачем? Я и так все знаю. И насчет того, что я все знаю. Прежде чем пойти дальше, знаешь что? Хочу отметить прикольный движок этой игры. О! Фига. Имею в виду то, что у этого движка, типа разработчики, которые сделали эту игру, не делали движок. Они взяли уже кем-то сделанный движок, и прикол этого движка в том, что тут собраны почти все вот движения Соника из других игр. Я имею в виду двойной прыжок, буст ты видишь, подкат есть. Вот это. Ладно, на это посмотрим позже. Перекаты. На большой скорости перекаты становятся вот этими вот быстрыми влево-вправо. Что еще? Если у тебя нет... Если буста нет, и попробуй сделать буст в воздухе, то он сделает рывок вперед, как в старых играх. Типа раньше вместо двойного прыжка было вот это вот. Мы в Generations это видели. И вроде если во время буста нажать подкат, то он свернется в шарик. Ну и помню здесь, да. Ну и кстати... Ё-моё. Я не могу, ты посмотри на него. Ты посмотри на него. Иду играть в Соник. Это я иду играть в Соника. Или не-не. О, фига. А я не знал про это. Не смотри, это мое желание. Это то, насколько быстро я иду делать стримы. Да. Да. Ну ладно, погнали. Поржали и хвась. Солнце тут пипец. Оба. Ладно. Во, видишь? Мы в шарик скатились. Оба! Кайф. Что-то еще есть? Ля. Так, подожди. Яп. Ладно, не сейчас, подожди. Аккуратно, подожди, соберем кольца. Блин, ты видел? Тут проход. Я прошел этот уровень один раз, и там... Я не видел этот проход, я по-обычному прошел там, через эти лестницы. Тут красное кольцо. Вот про это кольцо я знал. Про те двое других нет. Подожди, я не видел тут этого прохода. Я просто вперед шел, там лифт садился. А тут, оказывается, еще есть. Подожди. Сюда надо пойти. Куда? Я хочу туда. Я хочу туда пойти. Вы меня не остановите. Так, смотри, смотри, смотри. Ставим тут. И идем, набирая скорость. Такс, кайф, кайф, кайф. Да ё-моё, нет, там... Да забила она. Sonic Speed! Sonic Speed! Короче, знаешь, что я скажу? Я говори сразу чушь. Знаешь, что я тебе скажу? Игрушка кайфовая. Молодцы, фанаты. Пока что. Ранг D. Да, это типа David Prosh 7. Это не значит, что я плохо играю. Это всего лишь значит, что ранг David Prosh 7. У нас загрузка. Кстати, я пытался в эту игру
поиграть. Ты где? Ты дебил? Нафига? А. Слушай, а ты разве не самолет должен чинить? Ой, ладно, забей. В общем, я пытался в эту игру поиграть на старом компьютере. Получалось не очень. Эти аватары из Forces отвечают, реально они. Перчатки, шляпы, вот это все. Слушай, ему самолет не надо чинить, чтобы мы не летали на жопной тяге. Разве нет? Что он делает? Ты не капитан, это не корабль. Вверх, куда? Фига. Ничего себе. Решил балетную школу вспомнить, да? Кайф. А что, если он тебя не поймает? А хотя ж Соник не получает урон от падения ни в какой игре. Опа, костяшка. Слышь, вы двое, вы хотя бы привет ему сказали бы, а? Ну, ё-моё. The storm is coming. Приближается шторм. Прямо в шторм, вперед! Полный вперед! Мало нам на жопу еще на... Фу! Мало нам на жопу приключений, так еще и молнии получим туда же. Здрасте. Роботы какие, дроны. Кто это? На робота, наверное, не похоже, знаешь. Кто это? Это Ган. Ай. Че слепишь, а? Глаза у меня механические, но... Яркий свет не любят. И башня Эгмана. Эпизод 1. The Breakthrough. Очень читаемое слово. Знаешь что? Наверное, мы будем проходить эту игру по эпизодам. Типа, каждая серия — это один эпизод. Как тебе? Мне кажется, идея норм. Здорово. Что это за странный энергетический луч у тебя из руки? А, это браслет Чипа. Нам повезло, что дерево смягчило падение. Можешь спускаться, Соник. Я пытаюсь. Ты же это первое, что ты спросил, хвостик, да? Не то, что за роботы были, что они делали. Парень, я рад почувствовать землю под ногами. Не, первое, что он спросил, это что за лазер у тебя из руки? Короче, браслет Чипа. Соник, лишь привет. Это было жестко, а? Некоторые бадники все еще в роднике, чё? Tails, check and see how the Chow are doing in the gardens. Сходи проверь, как там Чао. Got it, Sonic. See you near the tower. All right, buddy. У башни. Хорошо, приятель. Ну, в общем. Ёпарасы, так как тут красиво все выглядит, слушай. Ё-моё. Обосраться можно. Обосраться, как тут красиво все выглядит, слушай. Знаешь, что скажу? Это красота уже для следующей серии. Что-то громковато. Давай так. В общем, спасибо, что досмотрели видео до конца. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии. Вы можете, конечно, это не делать. Но если вы этого делать не будете, то это видео вряд ли получит хоть какое-либо продолжение. Ведь, ребят, я... Вот эта локация, согласись, она выглядит офигенно. Вы явно хотите, чтобы мы это прошли. Ну, наверное, я не знаю. Но было бы хорошо, если бы мы это прошли. Серьезно, отвечаю. Ну, да. С вами был я, Давид Прошу 7. Всем удачи. И... Всем пока!